Пропаганда энергосберегающего образа жизни. В правительстве области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С 1 июля по 30 сентября специалисты Департамента энергетики и тарифов из 11 заявившихся отобрали 6 лучших проектов. Наиболее перспективными считают разработки компаний «Водоканал» и «Газпром Межрегионгаз». Последняя еще в 2005 году внедрила автоматизированную систему коммерческого учета газа. Проект стал лучшим среди крупных промышленных предприятий. Теперь у «Газпрома» есть все шансы завоевать призовое место на федеральном этапе. В первую очередь ее задача была сделать учет газа более достоверным, более точным, получать оперативную информацию о потреблении нашими потребителями газа в режиме онлайн, ну и иметь воздействие на регулирование объемов поставки газа в автоматизированном дистанционном режиме. В общем-то, все эти параметры сейчас достигнуты,